Перед вами спинстеп. Трехколесный велосипед 5 в одном на долгие годы. Шаг за шагом легко адаптируется к развивающимся навыкам ребенка. Почему я выбрала спинстеп? Потому что это отличная альтернатива прогулочной коляске и велосипед на долгие годы. Запрыгивай! Только еще застегнем ремни и бампер. Мягкий, правда? Минуточку. Еще быстрая регулировка ручки. Так удобнее. Право или влево? Пока я решаю. А малыш наслаждается ездой. И комфортом, потому что сиденье мягкое, а спинка высокая. Капюшон – это отличное укрытие не только от дождя, но и от солнца. Я вижу малыша, а он меня. Перерыв. Заблокируем велосипед, чтобы он никуда не укатился. Хочешь побегать? Пожалуйста. У этого велосипеда две корзины, поэтому в нем поместятся необходимые мелочи и любимые игрушки. Теперь проверим, как ездить лицом по направлению движения. Поехали! Пока еще с ножками на подставках для ног. Сделаем фото. Улыбочка! Ну и быстро же растут эти детки. Пришло время научиться крутить педали, пока со свободным ходом колеса и с небольшой помощью мамы. Когда ножки ребенка окрепнут, спинстеп превратится в обычный трехколесный велосипед с суперпрочными колесами. Звоночек, несомненно, доставит много радости. Браво! Езда на 5 с плюсом! Когда ребенок устанет, одним движением руки складываю велосипед. Пора домой. Kindercraft. Easy with kids.